Задачник Кванта 1091. Назовем натуральное число удачным, если цифры в его десятичной записи можно разбить на две группы так, что суммы цифр в этих группах равны. Нужно найти наименьшее число А такое, что число А и А плюс 1 удачные. И ответить на вопрос, существует ли такое А, что числа А, А плюс 1 и А плюс 2 удачные. Ну, во-первых, если сумма цифр, если число удачное, то его сумма цифр делится на 2. Четно. Потому что состоит из двух одинаковых половинок. Отлично. Значит, если последняя цифра в двузначном числе, ну, в любом удачном числе. В любом удачном числе. В любом удачном числе не 9, то четность изменится. Значит, это 9. Да, и поэтому ответ на второй вопрос очевидно и нет. Да. Чтобы три подряд числа было бы удачных, такого, конечно, не бывает. Более того, если А и А плюс 1 удачное, то тогда А кончается на девятку. Отлично. Да. Значит, единственное удачное число из двухзначных чисел — это 99. Ну, одно, оно, очевидно, не подходит. Не подходит. Значит, теперь найдем трехзначное число, которое нам подходит. Пусть А равно, ну, это X, Y и 9. Ну, число типа 459, да? 549. Или 549, да. Понятно, что y меньше 9, иначе опять же... Ну, понятно, понятно. Еще раз. X плюс y — это 9, очевидно. Тогда а плюс 1 — это... Вот такое число. Да. А, ну вот, 549, да. Тогда x плюс y — это 9. И x равно y плюс 1. 549, да. Y это 4, а x это 5. Молодец, отлично.